Здравствуйте, дорогие розоводы. 2 июня. Розовое облако. Просто розовое облако или розовая пенка. Назовите как хотите. Цвет просто изумительный. Плетистая роза жасмина. Ароматненькая. Здесь одна роза. Я ей оставляла, если бы я оставила больше побегов, она бы, конечно, была еще гуще, но мне их некуда подвязывать и размазывать. И так видите, что они поотрастали, и я их никого никуда не подвязала. Так вот. Как растут, как растут. Я имею в виду вот эти побеги с цветами. Можно было бы их к чему-нибудь прицепить, но мне цеплять не к чему. Просто розовая пена. Или розовое облако, не знаю, как назвать. Вот так она выглядит. Вот такая она. Моя девочка красивая. Вот они, видишь, посгибались. Ну, все, уже трогать никого не буду. Ничего, все, цветет. Отцветет, пообрезаю, как положено. Покороче, конечно, пообрезаю потом. Вот она, красотка, ароматная, красивая. Вот это ее первое цветение в этом году. Очень мощное цветение, очень мощное. Все, уже практически все бутоны раскрылись. Я, по-моему, в каком-то видео показывала, что она как горох усыпана побегами. Вот они. Ой, побегами, бутонами. Вот они, бутончики, все пораскрывались. У меня начинается неделя опрыскивания роз. Хоть они, конечно, у меня пока ничем не болеют. Вроде бы вредителей никого нет. Но все равно я их брызгану на всякий случай, потому что мне не надо ждать, когда они приболеют или когда они у меня подцепят какую-то гадость, какое-то насекомое. Чем я буду брызгать? Я буду брызгать тепеки и строби купила. Ну, два препарата я их буду совмещать и брызгать. Всю-всю розу обнесу этим раствором. Все, вот такая она. Посмотрели? Все, пошла я. Жарко очень мне. Вот она вот такая красотка. Очень-очень красивая. Всего 4-й год. Посадка была весна 2020 года. 4-й год ей. Представляете, какая она мощная красавица. Ну, всем всего хорошего. Пока.